Дорогие друзья, пошла я на почту забирать Василёк. Машенька ждет распечатать. Она там себе басика заказала, поэтому, если интересно, оставайтесь. Сейчас принесу и покажем все, что она заказала. Все, что Маша сама выбирала. Дорогие друзья, да, всем привет. Машенька говорит, сегодня у Маши день рождения, и нам Василёк предоставил возможность Маше на день рождения заказать все подарки. И Маша делала заказ. Сразу говорим, да, что Маша выбирала все сама. А так как у нас на Ванина, ой, на Марине на день рождения мы ей подарили котика Басика, можешь показать его? То у нас Ванюша, когда увидел, он тоже очень сильно захотел котика, но немножко другого. И Маша что сделала? Заказала Ване котика. Да, она тоже заказала котика. Сейчас Маша будет доставать вам и показывать. Давай сначала котика хочешь показать? Здесь такой котик мы пока не знаем. Так. Поэтому... Ванин. Да, это Ванин котик. Вот такой вот котик, Басик. Потом мы Ванюшке дадим. Ванечка, тебе нравится? А? Да, ну все. Нет, закрывай пока. Тихо, нет, тихо. И одного котика Маша заказывала себе. Он уже меньше, кстати. Он меньше? Да. Да, он поменьше немножко. Да, он маленький. Ну, ничего страшного, но он красивый. Не тот? Тот? Смотрите, какой Басик такой, в клетчатых штанишках. Ты довольна? А будет показывать, что еще здесь заказывали? Ну, давайте вот с этого начнем. Так, дорогие друзья, здесь у нас одежда какая-то. А, лосины Маша себе заказала. Она пока котика дает Ване, чтобы Ваня не хныкала, то он котика очень сильно хочет. Короче говоря, Маша заказывала себе вот такие вот лосины на лето. Второго тоже будешь ему давать, чтобы поиграл, нет? Вот такие вот лосины красивые. Тебе, Маш, нравятся они? Да. Ты на лето хочешь их? На танцы. На танцы. Так, дальше. Футболку. Она выбирала себе вот такую вот с котиком. Держи. Так, здесь что ты это, Маш, заказывала, не помнишь? Костюмка. Костюм? Ну, давай посмотрим, потому что там не написано, что это. Давайте посмотрим. Точно костюм? Вот такой вот костюм. Смотри, как он блестит. Смотри. Держи. А к этому костюму идут шортики. Это все сразу говорю, я вообще тут ничего не заказывала, все Маша заказывала. А это что? Костюм тоже. Тоже костюм? Угу. Ну, давай будем смотреть. Точно костюм. Она одни костюмы заказывала. Вот такая вот футболка. И вот такие вот шортики. Ну, у нас дома тепло, поэтому они заказывают тоненькие костюмчики. Дальше, это что такое? Это уже для Марины. Это, по-моему, я добавляла на 7 лет кофта. Да, вот такая вот кофта. Марине, потому что все кофты стали маленькими, поэтому я ей вот такую вот кофту заказала. Темненькая такая, красивая. Дальше. Это, Маша, что такое? Платье кофта. Не помню. Не помнишь? Ты же заказывала. Вспоминай. Костюм. Да, костюм с длинными только уже бриджами. Мне кажется, футболка. Вот такая вот футболка. Ну, но вырос тебе на лето, ты до лета еще поправишься, вырастешь еще. И длинные лосины, немножко удлиненные, подлиннее, чем... Она себе решила белоспитки сейчас запас сделать на лето. Дальше. Что это, как думаешь? Костюм. Опять костюм. Ты сколько себе костюмов мы заказывал? Много, что ли? Это последний. Это последний костюм? Ну, посмотрим. Вот такая вот футболка. Аляпистая такая, да? Цветная, яркая. И такие же шорты, ребят, смотрите. Она летом будет у нас моднявая девочка. Держи. Дальше. А это что тогда? Сумка. А, сумку Маша ведь еще себе заказывала. Мы с ней смотрели, там были с молниями и без молнии. Это мы заказали с молнией. Она себе захотела вот такую сумку тоже, как у Светы, как у Кати. Только у Светы с Катей они светлые.
А у Маши будет вот такая вот темная. Ты можешь все туда сложить. Ну, здесь я уж показывать не буду, что это все прекрасно понимают, что это плавочки. Вот такой вот, ребята, был у Маши заказ. Ставьте лайки. Ссылочки все в описании и заказывайте, да, Маша? Да. Готовьтесь к лету заранее. Всем пока. Так, дорогие мои друзья, у меня уже все пришли домой, поэтому я сходила в магазин, купила кое-какие покупочки. Ну, первое, это обязательно фрукты. И Маша вручила их. Потом хлеб, одно черное, две белых. Одну черную и две белых. Дети заглядывают в пакет. Ну что же там? Бери, пожалуйста. Дальше. Что я взяла? Молоко. А тут булочки вам. Чтобы перекусить на утро было им. Убери. Тихо. Тихо! Я вас кричать, перекрикивать не собираюсь. Сейчас уберу все, извините. Да, как вы знаете, у Маши сегодня день рождения. Ваня, тихо! Ходила в магазин, смотрела торты. Торты там разные, но я взяла тоже разные. Короче говоря, вот такие вот пироженки. Маш, держи. Вот такие вот пироженки. Тут я не знаю, как показать, чтобы видно было. Держи. Потом вот такие вот пироженки. Сейчас кому-то я ремня по жопе дам. Ну и, конечно же, торт. И торт. Вот такой вот медовый торт. Это медовик на сметанном креме. Большой. Так что сейчас будем праздновать и поздравлять Машу с днем рождения, да, Маша? Маша, сегодня очень, иди сюда. Поздравили очень-очень много. Мы уже в интернете читали, да, Маша? Поздравления очень много было. Что ты хочешь им сказать? Спасибо огромное за поздравления. Да. И также поздравляем, у кого сегодня день рождения, да, Маша? Потому что сегодня именинников, оказывается, много. Не одна Маша у нас именинница. Ладно, сейчас будем поздравлять Машу. Тортики. Маша, мы тебя хотим поздравить с днем рождения и загадай желание сначала про себя, только вслух не говори, а то не сбудется. И задуй свечки. Маша, помогайте ей быстро все вместе. Давайте. Вот, молодцы. Маша, скажи, пожалуйста, что ты хотела на день рождения? Украшения и куклы. Ну, куклу ты сама возьмешь. Ты прекрасно знаешь. А это держи, посмотрим, что там тебе подарили. Это те от мамы? И от нас, от всех. Аккуратно. Браслетик. Да. Серебряный браслетик. Вот такой вот. Дальше. Браслетик или цепочка. А как ты думаешь, что это? Цепочка. А это что? Буква М. А ты так и хотела буковку М? Угу. Тут буковка М. А там посылка, Маш, тебе. Я не знаю, что там. Ищи. Найдешь что-то, нет? Помнишь, ты мне говорила, что ты хотела вышивать бисером? Угу. Покажи нам, что это. Зайчик. Угу. Тут бисером, пайеточками всякими будет учиться вышивать. Все. Ну и кукла. Ты довольна? Угу. Маша, там, конечно, еще не пришла шкатулка. Вот, считайте, у нее серебряный кулон с буковкой М. Тебе нравится кулончик? Да. Сейчас Маша все на себя оденет, и мы покажем, да? Сейчас будем кушать тортик и пироженки вот такие вот. Я какой возьму? Шарики надуют дети сейчас, да? Давай. Будут шарики разные надувать. Сейчас за шариками пошел? Да. Ну иди за шариками. Я пока покажу, что у тебя тут мы подарили.
Кулон вот такой вот, ребята. Это серебро, 925-я проба. Ты еще, Оксана, маленькая. Нет, у меня есть украшение. Ну, у тебя есть украшение. Это браслетик. Цепочка. Да, и цепочка. Цепочка не, ну, не тоненькая, такая плотненькая. Вот такая вот цепочечка. Сейчас Машенька все на себя оденет, и мы померяем. И вот такой красивый зайка. Маша хотела научиться бисером вышивать, поэтому мы решили, ну, я решила, что начнем с маленького. А потом уже побольше, побольше и побольше. Если она научится, то потом уже буду ей большие наборы заказывать. И вот такие вот у нас пироженки здесь. Сейчас будем чай пить.